учительное видео. Как я меняю помпы. Все. Как я меняю. На Opel Zafira 2 литра TDI. Дизель. Док механик, с чего начинаем? С колеса. Валял так. Механик один. С колеса. Атака. Как сказал главный механик, начинаем с колеса. С правого колеса. Болтикла Б, болтикла, и что один монтея. Мама, дюфразивый рубеж, эй, парад, вис, рубеж, давай. Пунохол. Клапанная крышка. А, да, здесь там, здесь. Обязательно. Цепь надо снимать. Вот. Клапанная крышка есть, и аккумулятор есть, но в первую очередь даст ее зарядить, или? Даст ее шерсть. Прямо я. Ну, на всякий пожарный. Не достаточно. Эту ерунду надо снимать. Чтоб зажигание установить. Чтоб для чего? Зажигание установить. Это. На форсунке, еба. Это еще и еще крепление, да? Не-не. Снимаем помпу. Так вот. Ставим новую. Ставим новую. Не новую, бэушную. Рабочую. Рабочую, да. Говорят рабочую. 11 помп, пишем. 0.11. 0.11 только на 0.11 подходит. Номер должен совпадать вот именно на этих помпах. На 15 и на 11. Что хочем.
Вообще быстро шутят, я легко и это.